Сейчас мы объясним этим торгашам, что Мариенбург уже наш. Приветствую вас, друзья, с вами Верус. В нас особо не верят, но мы должны победить. Мы сразимся, разобьем всех и вся. Причем можем попробовать даже сейчас гарпий натравить на стрелков, да? Демигрифы бросятся в бой и взорвать их. Ну вот как-то так. В принципе, почему бы и нет? Можем оформить этот момент. Демигрифов всех не перебьем этим взрывом, безусловно. Но если их удастся покоцать, то это уже прорыв. Прорыв будет однозначно. Так, стрелки здесь. В идеале на вот этих бы стрелков натравить. Сейчас предлагаю вас разделить. А танк добивает до нас, безусловно. Так что лучше отступить назад. Кстати, а здесь из лесу можно так-то засаду небольшую сварганить. Но там действительно небольшую засаду. Если делать, то только без особого риска. Хотя... Ну вот сейчас, да, вот так. Давай двоих. Ставим здесь. Трое. Естественно, копейщики тоже должны быть в лесу присутствовать. Мы здесь. То есть мы, если этими ребятами зацепим, арбалетчики как раз неплохо будут расстреливать спины врагов. Главное, чтобы их не спалили. Ну и погнали. В нас не сильно верят. В принципе, перевес по силе, ну, большой. Безусловно. На стороне врага. Ощутимо так-то. Подлетайте, подлетайте. Как раз 20 секунд. Вам будет достаточно. Танк. Изнульно. Гепельдзойнеры вперед пошли. Зачем-то. Так, сождать он не собирается, да? Ну окей, хорошо. Бегом, 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 бегом. Вы мне нужны здесь сейчас. Ладно, ты вроде бы раньше окажешься. Ты вроде как окажешься раньше. Вперед выходят допельдзойнеры. Смысл, не знаю. Зачем так искусственный интеллект поступает? Честно говоря, не совсем я понимаю его логику здесь. В данном случае... Так, 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 демигрифы, ну не уходим же. Но тут же для вас целый концерт заказан. А вы еще, собаки, и бежать собрались. Так, подожди. Так в замесе неудобно. Но пистольеры в итоге, к сожалению, в большинстве своем отступить успели. Ой, а здесь мы упустили. Да, неплохо, демигрифов один отряд положили, и без взрыва. Арбалетчики очень хорошо пробили их броню, но второй отряд здесь. И сейчас нужно за ними следить. Так, отступайте, вы пригодитесь, но попозже. Отставить, отставить. Стреляйте в демигрифов. Они идут сейчас на залп, но это их смерть. Красавцы вернулись.
А вы не хотите. Не хотите? Не хотите, так не хотите. Вперед! А, хотя сейчас еще нужно арбалетчиков, думаю, вывести вот сюда. А, второй отрядик вернулся, отлично. Отлично. Развернулись. Нам сейчас пригодится еще наш взвод арбалетчиков, чтобы танк уничтожить. Ну да, такой вот парадокс. Простые какие-то арбалеты. Болтами своими. Уничтожают танк. Хотя, ну-ка, уничтожь сначала этих. Полководца, ты тоже без проблем. Разматываешь. А теперь переключаемся на танк. Победа близка, победа наша. Безусловно, здесь... Хоть искусственный интеллект нас и не верил, как я говорил. Шансы у нас огроменные на победу. Вот только втроем так не становитесь, пожалуйста. Но пока танк в бою, мы еще не выиграли. Танк не бежит. Людишки, которые сидят внутри, не знают страха. Хотя обычно произведения, да, если читать, допустим, про Вархаммер, в частности... Про артиллерию можно сказать, что артиллеристы просто не видели, что происходит. А по-любому они просто стреляли. Они оглохли уже к тому моменту. У них звенит в ушах, они ничего не слышат. Крики, какие-то визги с одной стороны или с другой. Вокруг пороховой туман дымится, и все. Для них это... какого-то рода тайны, происходящие вокруг. Противник погиб, но торгаши полностью еще не уничтожены. К сожалению, Маракарт от нульна. О, Висланд, а ты на основании... Ладно. Давай сюда. Заберем это поселение. Пока просто оккупируем. Чтобы поселения были хотя бы второго левела. Ну и южные провинции империи мы захватываем в итоге. Нортланд. Отношения портятся. Мы на третьем уровне силы. Дружить не с кем. Ну, меч Кейна тут откладывает свои мерзости и все наши дипломатические делишки на потом. Так, с вами точно. Здесь сейчас будет высаживаться Вечная Королева. А, Маликит, а ну-ка. Ты воюешь, да, ты воюешь со всеми. Тут, в принципе, вступить в войну... Мы можем потребовать против Сафири также повоевать. Крейс также почему-то ты игнорируешь. Мерзавец, а какой. Поддержать не хочет нас. Но Маликит уже кризис небольшой темно-эльфийский пережил. Но все-таки темные эльфы, есть вероятность, что их уничтожат. Они очень часто в компании доминируют, но если их в зародыши смогли разбить, пока у них еще слабенькие армии, никчемные,
Солдаты. Кто это? Так, а ты ковчег... вот здесь надо тогда парковаться. Вот здесь. Чтоб ковчег нас поддерживал. Тут комплектуем. Ну, гарпием, скорее всего. Попробуем. У нас есть все-таки взрыв. Комплектуем гарпиями. Ты остаешься на месте. Ты идешь на разведку. Причем предлагаю вот посерединке отправить. Он сейчас и второе поселение на севере подсветит. И Аверхайм сам нам покажет. Лучше. На Ултуане скучно. И на Ултуане на самом деле было бы все слишком легко. В плане захватили Ултуан, пришел Архаон, а мы сидим на Ултуане. Никаких проблем там больших не предвидится сейчас. Империя бы уничтожила, если бы вновь Архаона. Не, если бы Архаон действительно был вот такой вот мощный, прям... спокойно бы уничтожил Империю, хотя может все-таки с этим патчем сейчас изменится, и мы потеряем даже эти владения и... на юге Империи в итоге. После появления Архаона, но... вспоминая, как это было, например, с Дричей... Архаон скорее пугал. Просто пугал своим количеством. Но ничего сделать толком не мог. Так, приготовились. Я кавалерию не посмотрю. Сколько у него кавалерии сейчас. Ну ладно, это не важно. У нас... есть меч. Это все, что нужно знать нам и нашим врагам. Пока мы его никому не отдали. Пока. А у него кавалерии многовато прям. Но стрелковая кавалерия идет в бой. Причем стрелковая кавалерия будет бить дальше, чем наши арбалеты. Поэтому я сейчас предлагаю сделать следующим образом. Увести копейщиков сюда. Уводим. Теперь... вперед выходим. И арбалеты чуть-чуть вперед. Вы как раз дотягиваетесь без проблем. Да, обидно. Разбежались тут уже. Уходишь. Но этот отряд подошел, потому что он хочет самый уязвимый для обстрела. Подбить мой отрядик. Я хочу сказать, вполне похвально. А вихрь-то пошел немножечко не туда, куда хотелось бы. Ладно, разворачивайся. Ну или ладно, собирай. Сейчас мы расчистим тебе путь. Отступай. Такую толпу кавалерии. Так, а тебя не отпускают. Поклонники требуют автографов, да?
А много у тебя, я смотрю, поклонников-то здесь. Выходи, 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 отлично. Эта толпа прям радует нас. Нам нужно подвести ее чуть-чуть поближе. Все-таки она одна, не легендарный лорд не вывезет. Вдобавок мы ее уже уставшей сделали. Истощенной. Ждем-с. Вернулась. Ну нет всего. Давай, 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 давай. Надо отправлять уже пиратиков, тоже помогать. Деваху покоцали прилично. Ой, это Кевилл. Здесь лично пришел. Белый волк. Ведьмак мира Вархаммер. Ну, конечно, к лору он никакого отношения не имеет. И просто разработчики серии Total War, ну, кто не знает про этот момент, почтили так одного из своих поклонников именитых. Потому что Кевилл сам признавался, что играет Warhammer активненько, когда не снимается. Свободное, так сказать, от работы время. Все, оставить, оставить здесь. Тебе уже делать нечего. Работаем. Так, на кого бы отправить? А ну-ка, убей Кевилла. Только здесь. Лишь в этом мире. И может быть даже только в этом прохождении. Да, темным эльфам для монстров, для полного счастья не хватает лекарей. Хороших прям. Таких прям магов жизни. Но у нее пассивное восстановление ХП сейчас идет. Так что я жду. Просто жду, когда восстановится. Мага, я надеюсь, она убьет тут. Буквально ей пару раз попасть по нему. Но тут еще нужно попасть. Вот, смотрите, раз. Реально, практически половину ХП снимает одним ударом. Восстанавливай ХП. Восстанавливай, восстанавливай. Все максимальненько. Заканчивать бой пока я не планировал. Все для тебя, чтобы ты лечилась. И тебя вылечим, и всех вылечим. Шакара, кровавая плеть. Шакара, Шакара. More slaves are required. Ну, не полностью восстанавливаем потери. В принципе, этого в любом случае должно хватить. А, и Эотайн отправляет стеки. Эотайн прям активно начинает отправлять стеки. И... Королевна еще один стек. Но Ултуан создает проблемы. Вот сейчас интересно. И Алита Нар тут все свои войска собирает. Ведет на нас. У Шакары точно вариантов нет избавиться от меча. Меч этот нужен. Его надо оставить. Если меч вдруг выпадет из ее руки, эта орда захватит наш дом. Да, Нагар, он помогает, но, во-первых, не со всеми. Он с Афери мимо Крейса, он проходит. Да, он вечную королеву, учитывая, что он с ней воюет, не трогает. О, Скавен и Манфор могли захватить, кстати говоря. Опа, Бальтазар, а чё ты мимо проходишь?
ну зашел бы в гости, поздоровался. Как-никак, благодаря тебе мы узнали и раскрыли истину о существовании мяу-культа, великом культе мира Вархаммера и не только. Так, ну Офелию быстренько сейчас мутузим, хотя потерь приличного в тобой понес. Против незначительного стека. Сафири сейчас может создать проблемы. И Сафири придется сражаться. Блин, гарнизону такие. Потери прям нанес. Ну хорошо, что Лотеринской стражи не так много. Феник всего один. We will make them bleed. Погнали! Сразимся. Мы на сегодня такая серия. Оборонительно. Ну и в принципе, раз Ракард сейчас завоевывает империю, нам заняться Ултуаном в ближайшее время не грозит. Так, подкрепление подходит с угла. Тогда ждем их. Прячься, хвосты видно. Такс. У тебя кавалерии в принципе нет совсем. Есть Феникс. А можно тогда сделать следующим образом. И сюда. Как полководец все-таки. Номинальный капитан. Ну и все. Ждем подкрепления. Ждем. Основные силы. Нападает-то в любом случае он. Взрыв у нас есть. Лотернскую стражу можем попытаться сейчас нашими камикадзе ликвидировать. Shift. Ты сюда. А вы сюда. Ты, дружище, сейчас как бы не командир, но твой опыт нам пригодится. Мыши здесь. Три отряда выходят вперед. Три отряда двигаются в бой. Причем, наверное, заведем вот отсюда. Здесь и Лотернскую стражу, и мастеров меча. Я думаю, так-то можно будет зацепить удачно. Потери нас в данном сражении уже не интересуют сильно. Давай! Так, вот здесь. Сейчас очень хороший взрыв может быть, если они не разбегутся. Три отряда все-таки зацепили. И в тумане второй взрыв делает свое дело. Ой, Феникс. Утягивайте врагов на этот фланг. Корсары, двигаемся. Тройка, уходим. Стреляйте потихонечку и уходим. Вражеские силы нужно растянуть. Мыши, отступаем. Ну, они не мыши, но тем не менее.
Они останутся для нас всегда мышами. Ждем-с. Разделяемся. Отлично. Под сборище. Уходим, уходим, уходим. Расстрелять. Мыши сейчас наш резерв. Уходим. Пусть по полководцу ударят. Толпой не стойте, пожалуйста, только. Так, ты не убегай. Мыши, заходим. Этот отряд минуснул, считая половинку. Так что все хорошо. Великолепно. Уходим. Пираты, можете тоже чуть-чуть вильнуть хвостом. Ну и вся эта суматоха. Хоронит наших врагов. Ладно, пусть они сражаются. Этих вы убили. И вперед. Мыши ушли сюда. Кстати, лично ты можешь попреследовать вражеского героя. Феникс уже дохлый, ну и они уже тоже проиграли. Добивать. Пощады не знать. Феникс уйдет, скорее всего. А ну-ка, попробуй ты догнать. Чтоб Феникс точно не ушел. Не, уйдет. Гарпии тут... своими крылышками маленькими. Машут, 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 машут. На двух ногах так как горили. Да быстрее бегать, чем на четырех, пока там раз, два, три, четыре, то раз, два, раз, два, раз, два. Вспоминая старый добрый мультик. Ну, можно уже завершать. В принципе, достаточно. Остальной хлам добьем на следующем ходу. Гарнизон покоцан, но, в принципе, возможности восстановить силы сейчас будут за счет победы, да и ход должен помочь, сдача хода. На этом ходу никто не нападет. Хотя нет, ковчег не добьет эту армию. Эта армия высадилась-то ведь, она на город напала. Она высадилась и осталась на суше. А на суше мы ее не достанем ковчегом. Естественно. Что вполне-вполне естественно. О, могучий лорд, воистину. Еще 4 дополнительных задания выполнили. Под моим мудрым руководством вы обрели невероятное могущество. Красота. Достойное божества. Враги трепещут и склоняются перед вами.
получить полный контроль над двумя морскими регионами. Сейчас 4. То есть это новая глава. Если мы дополнительные цели успеем, то на следующий ход бабла побольше будет. Тот, кто правит на море, держит в своих руках и торговлю, и путешествия. Господство на море — это и выгодные торговые договоры, и... Ага, мы сейчас торгуем прямо. Ой, какие выгодные торговые договоры. С одним он пришлось договариваться. И власть над теми, кто хочет плавать по опасным водам. Флот Ракарта привоз... Флоты. Флоты. Флотилии. Наверное, лучше сказать флотилии Ракарта. Так, не будет резать слух. Перевозящие рабов, солдат или животных из Старого и Нового Света получат преимущество, если будут двигаться по морским регионам, захваченным ордой из тысяч костей. Противник погиб. Расход ветров. Ну и все. Тыкс. Так, а если не снимать осаду, вот мне интересно, он на этом ходу же нападет или нет? Скорее всего, на этом еще не нападет. Тут нам придется немножко отступить. Мы должны разбить армию Бальтазара Гельта. Неплохая армия, но почему он Ракарта проигнорировал? Он же понимал, что мы до него дотянемся. Он просто пытается нас утянуть назад, чтобы мы не продвигались сейчас вглубь этих владений. В принципе, 70-й уже, можно сказать, ход. Псот, ладно. Как бы хотелось сейчас напасть на них. А может и напасть. Харибду, как-никак, могут дать. В любом случае, на этом ходу сражение больше не предвидится для нее. Нет, гарпи только. Мув-мув. Жам-жам. Жух-жух еще у темных эльфов есть, да? Жах-жах есть у них там. Там подобрать слова всегда можно. Для темных эльфов это не проблема. Ковчег, наверное, с гарпиями пока так и оставим. Пусть... Потом пиратиков заменим. Ракарту можно собрать полный стек, но это нужно еще один стек здесь собрать, чтобы кто-то временно возглавил, скажем так, нашу текущую армию. Здесь на автобое. Колесницы постоянно под угрозой слива, смотрите. Вот-вот-вот-вот и... Искусственный интеллект их будет готов сливать. Виссенбург, мы тогда, получается, сюда уже не полезем. А во Хотя, почему и нет? Как раз сюда, наверное, мне сейчас и надо лезть. Провинцию полностью объединить и защитить. Ведь все тихо. Убийца людей. Ну и что у нас за задание? Цели главы. Две мы уже и так выполнили. Сохранить власть над двумя или более провинциями. Пустоши, расколотые земли. Захватить 5000 рабов. Это мы сделали. Совершить налет на любой регион, принадлежащий высшим эльфам. Успешных покушений. Мы не успеем. Ну и стойло укротителя тоже. Возвести не успеем. Так что довольствуемся тем, что у нас есть. Флотоводец Некруссит. Вот она, армия. Сопротивление собирается здесь. Отношения с Мертволесьем улучшаются. С Нагарондом тоже улучшаются. Мы на третьем месте, а кто на втором? Эотайн, вполне предсказуемо. Сейчас эльфийское господство на земле и на море. А ну-ка, с кем отношения вот максимально? Башкадавы, да, мироходцы. Друзей нет. Ракарта
лишь два друга в данном случае, можно сказать. Это Бракус его, Брахус, кому как больше нравится, ближе к оригинальному произношению или дальше от оригинального произношения. Вот, или... А также ковчеги, вот. Так, отлично, в принципе, ты осталась в море, Харибда, еще есть вариант забрать. Нагорит двигает две армии, ну просто офигеть. Накопил-то там, а? Натерпел, я бы сказал бы. Зато Маликит начинает уже на Ултуане земли завоевывать. Ну, в перспективе, конечно же, с Маликитом хотелось бы записаться в конфедерацию. Я не люблю, когда Марати побеждает в их противостоянии. А по их противостоянию все-таки у меня в прохождениях частенько случалось. И открытое противостояние, и просто конфедерация, скажем так, обоюдно. Да что ты надоедаешь так? По взаимному согласию. Ну, в принципе, у Марати там с Малики там все по обоюдному согласию исключительно происходит. Ну, по крайней мере, Малики так думает. Естественно, там Марати за него думает в основном, но... Если бы не Марати за него думал, он бы никогда в костер бы не полез и в уголек бы не превратился. Так. Надо в войну втянуть вас. Многоуважаемый Маликит, нужно втянуть вас в войну с этими второстепенными фракциями. Их конфедератить основные, скорее всего, поэтому сейчас и не будут. А если Маликит втянется в войну, то они быстро конфедерацию подпишут и в любом случае уменьшат давление на нас. Так, я без денег. Если хочешь договор о ненападении, вот не вопрос, но денег я тебе не дам. Ну, сейчас у нас у самих такие интересные развития событий давят нас. Поляна выиграть за счет взрыва можно, безусловно. Эти два отряда мы даже не считаем, да, со соперника. А пехоту всю можно уничтожить взрывом. Однозначно, но здесь и Эотайн. То есть сражаться, драться, кусаться... Но опять же, просто потом взорвать, чтобы Эотайн, нанести лично Тириону урон и задержать его здесь, чтобы он дальше не прошел. Ну, ладно, давай попробуем. Давай. Давай сразимся, давай, давай. Хорошо. Сейчас мы разберемся. Почем нынче хауситы эльфийские тут. В принципе, выиграть сейчас как раз-таки за счет взрыва мы должны. Копейщик, к сожалению, только один, но в целом кавалерии данной темных эльфов пофигу. Предлагаю использовать этот лагерь. Так, здесь у нас загон для животных. Вон куча тел. Напоминает карту, да, военный лагерь. Немножечко. Из Верментайда. Копейщик, останься здесь. Вы стойте тут. Вообще, в идеале вы должны будете даже слиться в едином порыве. Или один отряд просто на себя должен вытянуть все. Сломали загон. Серьезно, он просто лопнул и исчез. Как воздушный шарик. Бывает такое тоже. Громи их. Теперь их. Можем сейчас взрывом уже оприходовать их, но они быстренько лутают на глазах. Dark shots.
Все, прощайте. Хотя ты стреляй, стреляй, сделай залп. Идем в бой. Выстраиваемся колбасочкой. Такой небольшой, аппетитный для них колбаской. Еще вот этот отряд зацепить. Да, отлично, 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 отлично. Ну и все. Считай, минус 3 отрядика сделали. Есть контакт. Полководец убивает. Точнее, арбалетчики убивают полководца. Только кавалерия здесь по лагерю проходит. Все-таки. Избавься, избавься, избавься. Магия. Ну вот магия, конечно, это неприятно. И чё вы их не, еще не убили? Еще неплохо справляются. Всадники вражеские. А новый взрыв мы не успеем зарядить. И всадники, смотрите, молодцы. Прям бьются до последнего. И все-таки мы тут поражением отделаемся. А все почему? А потому что я недооценил кавалерию эту, списав ее раньше времени. Считав, что все. Что даже вот лучников все-таки они могут гонять. Наговаривали на них. Что, мол, они даже лучников... Не, они по-прежнему лучников могут гонять. Обычных, простых лучников они могут гонять. И неплохо хотя бы намечать удар. Так, восстание в провинции, все это мелочи. Растет, о великий. Бесконечные победы ваших армий изменяют судьбы народов. Скоро весь мир падет перед вашей мощью. Угу, поселение в осаде. Кстати, тут... Сейчас надо посмотреть. А, ну нормально. У него из элиты только кавалерия, а кавалерия... Ну как, есть еще один отрядик, но это все мелочи. Эпоха открытий. Получите доход 8000, но эту главу мы уже будем закрывать дольше. Хотя здесь, смотрите, второстепенных заданий кучу уже оформили. Ракарт и разрушите или разграбьте не менее 5 разных поселений в следующий раз высшие эльфы. Но пока высшие эльфы идут к нам. Но пока... Все-таки у них план такой. Ты надоел мне. Франсишка, блин. Трусишка. Давай, либо сражайся, либо... Тусуй отсюда. В ритме вальса. Так, ну пока просто оккупируем. Это разрушаем. Увеличим доход. Точнее, прирост. Доход там это так, по мелочи. Сейчас рабов в этом регионе особо нет. Но скорость не нужна. Здесь мы уже решаем рыцарей, эльфийских ведьм, палачей, стража, сестры резни. Можно, конечно, качнуть пиратов тебе. Колесница с холодными. Ну, это твой профиль, ладно. Колесницы и всадники. Шакарочки нужно разобраться с этим, все-таки с теком, и готовиться, что столб Хатека в ближайшее время будет атакован. Да не просто в ближайшее время, на этом ходу уже будет атакован. А гарнизон здесь слабенький.
Гарнизон еще не устоялся. Да и флот надо будет подвести поближе. Главное, чтобы он не брал сразу. Да ладно, ты еще и не можешь напасть. Обидно. Я не вижу, что там у Тириона. Может быть, он город сможет брать. Жаль. Вечную королеву мы в итоге тут тоже не сможем пощипать чуть-чуть. Пощупать. Ну, хотя бы с Маликой-то может обсудить все-таки вариант вступления в войну. Например, к Сафире ты плохо относишься. К Урону ты тоже плохо относишься. Просто, чтобы проверить. Офигеть. Прикиньте, сколько бабла он хочет. Ах ты жадный, а. Ах ты воспитанник гномий. Гномий ты воспитанник. Алочное ты создание, Маликет. Но предложить больше нечего толком. Но можем предложить, конечно, вместе с деньгами вступить в войну против сестер. Но сестер он сейчас не добьет. Почему-то я не верю в то, что он их добьет. А в итоге разбираться с ними еще придется нам. Но шанс высокий. Зато мы подтянем его к войне с другими фракциями. И с Кларкарондом они даже помирились уже. Подонок, а? Вот видите, каков подонок. Втянул нас в эту войну. Отобрал Кларкаронд, а теперь еще и помирился. Так, Иллирион тоже подтягиваем. Маргвилон. Золотой орден. Рейкланд. Ну давай Аргвилон. Вот умеренный сразу. Хотя если мы, допустим, Аргвилон заменим на условный Рейкланд, будет высокий еще. С лесными не хотят, смотрите, тоже. Эльфы маленькие-то воевать. Давай золотой орден. Ну умеренный. Ноу! No! Ну, ну окей, хорошо, но. Сафири, Иллирион, Рейкланд, Крейс, Курон. Здесь шанс высокий, еще с тебя даже бабла, наверное, возьмем. Так, конфедерацию не хочет. Но мы найдем сейчас, мы найдем к тебе подход. Мы найдем вариант, который гарантирует нам и денежку. Ну давайте полторы. 50% скидка только тебе сегодня. Ну, видите, на скидке даже Маликит ведется. Так, все. Войну хотя бы его втянули. Вся эта шушера сейчас должна задержаться хоть немножечко. Так, ты на ускорение подтянешься. Зловещую поляну укрепить стенами не успею. С другой стороны, гарпий сейчас нужно менять на более что-то серьезное. Сколько ты можешь нанять? Пятерых сразу, да? Можешь нанять сразу пятерых. Ну окей, хорошо. Пять гарпий тогда выгоняем. Болтомет. Подтянем еще простых арбалетчиков. Они пригодятся. Еще. 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 Ну и на этом, наверное, даже завершим сейчас серию. Отбиваться будем уже в следующем. В общем, все высшие эльфы сейчас ринулись в наши земли. И только наш союз с Маликитом может их остановить. Беспредел. До следующей серии. С вами был Вирус. Всем добра. Пока.